Прошла 38-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020». Присоединился и Междуреченск. Соревнования прошли на стадионе «Тамусинец» и лыжероллерной трассе. Участников приветствовали на параде открытия, затем дали старт массовому забегу. Здоровый образ жизни. Вторник и четверг, стадион, лыжероллерная трасса. Я люблю это мероприятие. Оно заряжает позитивом, энергией. Настроение поднимается, все люди улыбаются. Юрий Иванович, расскажите про лыжню этого года. Чем-то она у нас примечательна? Вот это? Вот именно в этом году, да. Ну, потому что две цифры одинаковые. 2020. В массовом старте приняло участие 730 человек. Самому младшему участнику едва исполнилось 3 года, старшему 89 лет. На финише каждого участника ожидал сладкий приз. Вкусно тебе? Ты уже пробежал? Еще побежишь? Я на призовые места. Не страшно в соревнованиях участвовать? Ну, чуть-чуть страшно. Страшно? Мы ежегодно делаем забег. Участвуем в «Лыжне России». Нынче вот Аннушку поставили, нам 2,2. Вышли на старт и профессиональные лыжники. Соревновались в своих возрастных группах воспитанники комплексной спортивной школы и ее выпускники.